Ну вот еще раз возвращаемся к нашим баранам, то бишь к прочистке междугрязия. У меня эти грядки обозначены пролитой водой. Где-то на них взошло, где-то на них еще не взошла посадка. Ну, междугрядия уже немножко загрязнены бурьяном. Я их прочищаю своим лаплошем стандартным. Видите, он стоит на узкой колее, поэтому проходит между грядками, то есть между, собственно, посадками, по краю посадок проходит. Сам он 30 сантиметров шириной, маленькие фрезы, чисто зачисточные. Вот сейчас попробую прочистить, показать, как это работает у меня. Пройдусь туда и сюда. В общем, чистим между грядку. Если у кого-то возникает вопрос, тяжело ли мне катить, это любимая тема. Как вы тянете лаплошь, как это тяжело, как вы надрываетесь. Вот сейчас покажу, как это делается, скажем, одним пальцем. К вопросу о тяжести работы и вообще комментариев, что я бы сделал самодельную машинку, она бы сама работала и сама бы ездила. А зачем? Это даже не тележка, это легче тележки. Это щетка металлическая, которая чистит вам междугрязи. Ну, ради бога. Радуйтесь, что она есть. Как-то так. Земля после этой щетки, конечно, немножко взбодренная. То есть, естественно, она сантиметров на 5. Вот я сейчас по ней иду, и видно, что она немножко проминается. Ах, как мне тяжело ее катить на горку. Ну ладно, пожакачу, так и быть. И вторая грядочка тут рядышком, для примера. Вот опять та же самая песня. Включаем и поехали. Что у нас сухо и пыльно, тут видно. Ну а то, что середняя часть междугрядья прочищается, да, вот я показываю, оно где-то проваливается сантиметра на 3. Идешь, проваливается 3 сантиметра. 3 сантиметра, у тебя здесь убран и бурьян, убрана земля. Вот так вот. Ее можно утрамбовать, можно не утрамбовывать, можно просто посмотреть, как она будет так стоять. Конечно, если кто-то знает, как мотоблоком сделать так же аккуратненько, ну покажите, я посмотрю, другие посмотрят. А комментировать, что у меня это тяжело и неправильно, это неправильно. Как-то так, малята. Ну и для красоты работы пройдусь одну грядочку наверх. То есть, чтобы не говорили, что под горочку легко, а на горочку тяжеловато. Одним пальцем тянуть не буду, не переживайте. Потяну руками.
вот как-то так.